Более 100 камер «Сергек» появится на улицах Актау. Часть из них будет следить за действиями водителей. Другие с функцией распознавания лиц послужат полицейским в раскрытии различных преступлений. В 2022 году мы надеемся, что эти камеры будут полностью установлены до конца года. Но это будут перекрестки в основном, потом темные места во дворах будут установлены. То есть умные камеры, это которые распознают лица. То есть в данном случае против преступности.